Здравствуйте. Очередной уровень Serious Sam 2 в на лавовой планете или в адском окружении, как угодно. И мы пустимся сразу. Без лишних ожиданий на уровень, потому что и этот уровень чистый экшен в основном. Так что давайте насладимся им. Здесь мы можем видеть возвращение всеми любимых скорпионов, которые теперь, к счастью, у них хит-сканеры. И это отличное улучшение. Но они сбалансированы немножко по-другому. Гораздо интереснее. Чем просто вариация пулеметчиков из Doom 2, которые сидят далеко и отстреливают. Так что от них увернуться невозможно, только спрятаться. Даблкил. Так, с этой волной мы вроде закончили. Сейчас еще должна пара скорпионов спуститься с гор. Да, вот после вот этого. Ну, это не проблема. Этот не двигается, ну, подберемся к нему поближе, воспользуемся преимуществом. Берем вот эти вот вещи. И мы пока не пойдем туда, а мы пойдем, где это? А, вот здесь вот, да, здесь секрет. Это сердце. Но мы помним, что это Serious Sam, и просто так нам ничего не дадут. Так что да, здесь вот такая вот ловушка. Стараемся слишком много недополучать. Как бы все. А, нет, не все. Это прошло хорошо, мне кажется. Время двигаться дальше. И здесь появится уже побольше скорпионов. И да, они стреляют вот такими вот зелеными снарядами. Они довольно быстрые, и нужно действительно двигаться, чтобы от них увернуться. А на ближней дистанции это почти хитскан. Ну и плюс к тому, они гораздо более мобильные, чем их классические собратья. И они достаточно бодренько сокращают дистанцию, как вы видите. И в ближнем бою могут своими когтями зарезать. Мне кажется, это отличная вариация скорпиона. Или что бы то ни было. Действительно заставляют двигаться, а не просто отсиживаться за укрытием и потихонечку их пикабушить выстрелами. Тем не менее, мы подходим к этому черепу, и в один момент здесь поднимется каменная плита, вот. И в этот момент мы как раз таки отступаем, потому что здесь появится биомех. И лучше к нему близко не стоять. Он довольно лютый. Еще будет довольно большая группа скелетов. На платформах скорпиона еще. Если мы будем находиться где-то вот здесь примерно, то они на нас достреливать не будут. Точнее, даже пытаться не будут нас стрелять. Зато мы будем.
Смотрите-ка, это пытается. Сейчас я до вас доберусь. Стреляю вот этого. Сейчас. Я забыл, что я этого отстрелял уже. Ну и все, я думаю. Да. Давайте найдем секреты. Один находится вот здесь, за углом. Второй вон на тех уступах. Нам нужно забраться вон туда. И сейчас покажу, как это сделать. Запрыгиваем на этот уступ, а потом используем вот этот вот поток воздуха, чтобы забраться сюда и забрать серьезную бомбу, которую мы не используем. Потому что, разумеется. На выходе из этого тоннеля нас будет ждать группа скелетов. Давайте поприветствуем их. Скорпион здесь. Вот что я говорил насчет скорости их снарядов на ближней дистанции. Здесь вот появится новый противник, костяной червь. А также два больших. И, насколько я помню, они вроде бы только здесь появляются, может быть, на следующем уровне еще. И, по-моему, дальше по игре мы их не встретим. Здесь будет еще появляться вот этот вот чувак. И вот здесь вот достаточно мерзотный, который меня в прошлый раз скинул. Здесь шары для пушки зачем-то. Учитывая, что пушку мы получим только на следующем уровне, насколько я помню. Здесь мы попадаем вот в такие руины, которые мне почему-то пейнкиллеры напоминают. Так, и вот здесь вот лежит пулемет, но мы пойдем туда позже. Мы пока исследуем вот этот секрет, довольно очевидный. Ловушка с буквами, то есть вот, подсказка здесь на стене напротив. Нам нужно составить слово Sirius, пройдя по этим буквам, поэтому делаем же это и получим дополнительную жизнь, что в нашем случае бесполезно, но тем не менее. Так, далее мы берем здесь пулемет. Появляются скелеты различного толка. Слева на уступе появляются скорпионы, но если стоять вот здесь, то колонна нас будет прикрывать от них, и они нам не страшны. Так, теперь можно и ими заняться. Отлично. Оу, я забыл про этих ребят. Ну и все. Уровень закончен. Как я уже говорил, уровень чисто на экшене, то есть
Идешь прямо, расстреливаешь все, что движется. Классический Серьез Сэм. Уровень достаточно веселый, не затянутый. Эстетика мне очень нравится. Да? Следующий примерно такого же толка, насколько я помню. Так что, да. Скоро займусь им. А вам спасибо за просмотр и всего доброго.